Три дня в режиме нон-стоп, интерактивные площадки и авторитетные спикеры с мировой известностью. Самара станет шестым городом страны, который впервые примет уникальный всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». В начале июня у жителей и гостей мегаполиса будет прекрасная возможность познакомиться с самыми современными практиками в области сохранения памятников архитектурного наследия, узнать о инновационных подходах при создании городских пространств, пообщаться с профессиональным сообществом архитекторов и еще больше влюбиться в один из самых красивых городов на Волге. Сегодня в Самару приехали организаторы и идейные вдохновители фестиваля, которые встретились с главой города Еленой Лапушкиной и обсудили детали проведения крупномасштабного культурного события. Президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков поделился первыми впечатлениями от прогулки по историческому центру. По его словам, город полностью соответствует всем критериям для проведения архитектурного наследия. Деловая программа, которая предусмотрена в рамках фестиваля, должна принести пользу Самаре, горожанам и профессиональному сообществу. Московская делегация, которую возглавил Николай Шумаков, уже изучила несколько знаковых локаций в центре Самары. Среди них Струковский сад, дом архитектора, институт культуры и станкозавод. Эксперты по достоинству оценили потенциал этих площадок. Мероприятие настолько мощное и развитое, что грех его не провести на этой территории и грех не получить какой-то результат, который будет достоин такого красивого города. Чтобы сохранить памятники архитектуры и провести реновацию центра города с умом, в 2019 году часть территории Самары получила статус исторического поселения регионального значения. Для этого в границах нескольких улиц изменили правила застройки и землепользования. Представители городских властей рассчитывают, что фестиваль сможет дать новый импульс развитию этих пространств и реставрации знаковых объектов. У нас очень много вопросов, касающихся архитектуры, очень много. Важно узнать мнение сторонних людей. Надеемся, что новый свежий взгляд нам поможет разрешить какие-то нерешенные еще вопросы. Архитектурное наследие – фестиваль молодой, но его организаторы имеют за плечами огромный опыт во всех сферах, связанных с преображением крупных городов. Лучшие практики, разработанные во время работы профессионального сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде, можно будет применить в Самаре с учетом географических и культурных особенностей. Кроме того, своими инновационными идеями поделятся и самые талантливые студенты со всех уголков страны. Фестиваль открывает двери не только для признанных мастеров, но и для юных перспективных специалистов. От такого сотрудничества выигрывают все стороны. Очень хорошая программа сейчас в вузах. Они отправляют студентов от вузов, выставляют работы, работы идут в зачет учебным заведениям. И таким образом у студентов получается и практика, и дополнительное образование. Уже сейчас известно, что все площадки, выставки, лекции, семинары и мастер-классы архитектурного наследия будут бесплатными для посещения. По окончании фестиваля город сможет оставить себе все экспонаты, представленные на экспозициях. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.